Приветствую всех, с вами Сенсей. Сегодня хочу вот такой ролик коротенький залить. NVIDIA выпустил карту 4090, которая не тянет в новом Dead Space. Кто виноват в этом? Давайте разберемся. Значит, вот мой канал, перед тем, как что-то писать, придираться к словам, ребята, зайдите в софт и железо, посмотрите здесь, какие ролики я делал последние. Поглядите, что и как. Там просто так я ничего не говорю от башки. Не выдумываю. Если я что-то говорю, значит, это проверенная, скорее всего, информация. Давайте, значит, разберемся. Вот эта карта, которая стоит 130 тысяч рублей. Я не знаю, для кого это может и 12 тысяч, но для меня это миллион. Это очень большая цена вообще для компьютера. Но здесь только одна карта. То есть за эти деньги можно собрать компьютер, который будет работать, 4К будет работать. Да, может быть, не будет на ультра все брать, но на высоких будет все работать. 4К. Конечно, монитор я сюда не включаю. То есть будет выдавать FPS. Эта карта одна по себе не будет ничего выдавать. Я ругаю NVIDIA, и меня ругают, что я ее ругаю. Я сижу на ней всю жизнь, на этой NVIDIA. Я говорю, что она была провальной. Смотрите предыдущие ролики. Это полнейший провал NVIDIA. С этой новой хренотенью, которые горят, вот эти карты вы уже стали возвращать. Придумали какие-то переходники, и они тоже плавятся. Просто высер какой-то. А сейчас разберемся с новой частью. В предыдущем ролике. Вот я дурак уже убрал, да? Я рассказывал, вот, Dead Space, что он собой представляет. Я вам сейчас объясню. На пальцах. Вот игра Dead Space 3. Ее наложили, как им удобно, не как вам удобно. И как вам лучше смотреть, какие сцены смотреть. Они наложили на первую, третью часть. То есть старье наложили на старье. Поверх. И мало того, что и в предыдущих роликах я говорил о том, что Ведьмак 3, Портал. Портал тормозит, то есть выдает низкий FPS портал. Чего там выдавать низкий FPS? Там графику вы видели? Там стены, блядь, квадраты и рука с пушкой. Все, там нечего вообще. Чего там прикручивали? Да, там есть отражение, красиво смотрится, но она смотрится по сравнению с чем? Старым порталом? Или по сравнению с Ведьмаком, с прикрученными все этими наворотами, а Ведьмак наприкручивали. Нельзя на старый движок накручивать всякую хренотень. И так накручивают они, что ничего не работает. Конечно, возможно, это не 4090 проблема. Ну, карта не тянет. Карта за 130 тысяч рублей не тянет, блядь. 70 она стоила, я был бы расстроен. Давайте посмотрим, вот здесь ДНС я нашел. Не может обеспечить стабильность с хорошей картинкой 60 кадров. Не надо мне там писать, что там тесты какие-то и так далее. Здесь берется монитор, тут, по-моему, настройки какие показаны. 120 Гц монитор, средненький такой, как вот у меня 120. HDR, ну я не знаю, прикручено. Скорее всего, да, здесь все подключено. Но сама игра, может, не несет HDR. У меня вот 11-я, она автоматически прикручивает HDR. Но заливать я не могу, потому что программа OBS, она не умеет, блядь, распознавать. И вот туда воткнули это OBS, а он ни хрена не работает. Картинка бледная становится. У меня хорошая, а в записи бледнота. Кстати, там есть ролик у меня, вообще там что-то срыв какой-то был. Сейчас я вам покажу именно видео. Вот человек. Я в прошлом ролике показывал не свои видео, а чужие. Я эту игру никогда не куплю, она мне без надобности. Я ее играл, я ее знаю и так далее. Посмотреть ради хороших картинок, купить ее за такие бабки, ну, мне без надобности. Тем более у меня 28 супер, 2К. Да она вообще не пойдет. А я люблю картинку. И стараюсь передавать вам ту картинку, которую я играю. Пока это не получается с HDR. Но стараюсь. Видосы все можете меня посмотреть. Более 1000 роликов у меня. И не только игровые. Значит, все такие темы у меня софт и железо. Вот, давайте посмотрим. Сейчас, значит, включим во весь экран вам. И посмотрите, что она тут с собой представляет.
Я хочу сразу предупредить. Карта, смотрите, загружена полностью. Полностью загрузка. Вот такие тесты должны быть, понимаете? Вот я когда тесты какие-то свои показываю, я стараюсь прикрутить все. И не надо мне писать, да что там шина 192. Да, вы на каком-то говне играете, блядь. Вы купите нормальный монитор, хороший, блядь. Не менее 100 Гц. Прикрутите все. И посмотрим, какая ваша шина будет в провал, и она будет проваливать. Даже дело не в этом. И с этой шиной не стой. Если ее обрезали, значит, это надо было, блядь, сэкономить на чем-то. Просто вас кинули на этом обрезе. Ну все, пока ровно, да, мы заставки смотреть не будем. Мало ли что там в заставках может быть. Ну человек нам показывает вот именно. Даже заставки вон, смотрите, висят. Нам нужна игра. Не знаю, есть ли. Я первый раз с вами вот смотрю тоже. Вот игра пошла. Здесь полная темнота. Да, в темноте нагрузка даже увеличивается. Я могу предположить, почему. Потому что свет и тени, вот эти все отливы, переливы, лучи и так далее, возможно, она сильно грузит. Но извините меня, вот он все врубил, 50 FPS. Но это я чё, блядь, за 130 тысяч купить эту хренотень, да? Ну извините меня. Это что такое, блядь? Мне вот DLSS... Здесь нет даже 3.0. Ну она мне без надобности, DLSS, когда я такую карту куплю. Если мне надо замылить картинку, я замылю шейдерами. Но шейдеры, они чуть мылят, чуть-чуть могут мыть. Они как натягивание презерватива на одно место. Ну. Вот такие дела, значит. Вот видите, вот такие 55 кадров. Я еще пока не вижу, вот, чтобы что-то тут было. Ну. Вот он тут настраивает. Там было написано, что максимально, максимально, то есть... На что она способна, эта карта? А ни на что. И кто виноват? Я склоняюсь, конечно, больше в сторону криворуких вот этих жадных, блядь, чертей, которые вот это сделали, вот эту хренотень. Я понимаю, это четвертая часть была. С хорошей графикой. Эта графика, третья. У меня все, можете посмотреть. Под роликом там все переходы. Вот вы видели? Вы видели он там ногами как пошел? Здесь что, анимацию изменили? По-моему, ничего не изменили. В третьей все то же самое. Движок и Unreal, понимаю, пятый был бы. То есть на старый движок все это дело натянули. Вот вам результат. А они заколачивают бабки. Не просто деньги, а бабки они... конкретные делают на этой игре, понимаете? Динуву влупили. То есть они еще проплатили Динуву. Зачем им нахрен до ума доводить ее? Когда они Динуву надо отстегнуть? Туда и сюда. У меня все ролики такие. Я говорю честно и не о хорошем. Да, хорошие я вам могу сказать. Elden Ring. Вот, Sekiro я играю сейчас. Вышел мод. Легкий мод. Прям я... в восторге. Игры очень интересные, хорошие, но я не мог в них играть. Меня выбешивало вот это сложность. Сейчас есть мод, и прям свободно, хорошо играю. Прям так играется с удовольствием. Скачайте первую часть бесплатно. С озвучкой, с русской. Полная русская она, у меня такая есть. Да. Прикрутите шейдер, и будет у вас все замечательно. Отличная графика. Через 10 минут вы не заметите различий между этой и той. Да, здесь побольше лучей, всяких блесков и так далее. Там более темные. Но это как третья часть. То есть она не хоррор. Она больше похожа на третью часть. А вот первый хоррор, там да, на самом деле прям вообще на темноте. Вот вам результат. Вон 75 подпрыгнуло. Ну все, конечно, зависит от обстановки и так далее. Может быть, какие-то сцены они переделали, более качественно сделаны. Но мы все видели, но это тоже не FPS. Да, я думаю, что 60... 40, 50, 60 это самый нормальный FPS. Вообще почти для всех игр. Я уже говорил об этом, что если вы там
какой-то чемпионат проводить и так далее, по стрельбе, по шутеру, да, там нужно, ну, точно больше 60, да, FPS. Для такой игры это пойдет. 50 это не страшно. Но лучше собрать, блядь, компьютер за 130 тысяч, блядь, с нуля, под 4К, чем купить такую карту, потом процессор под нее, блядь, потом быстрый диск обязательно, вы что, не на ведре же будете сидеть, не SSD-шки этой вонючей, блядь, там 400-500. У меня вон 2000, да, и то лагает в некоторых загрузках, чуть-чуть подлагивает. Я вообще не представляю, как сейчас сидеть на этих дисках, когда скорость там 400-500. Да. Вот здесь вот вроде поднялась, и вот нормально сейчас держит. Да. Вот так карта должна держать. Я думаю, что дорогая карта. Да. Но он там что-то елозил. Наверное, DLSS включил. Потому что он там сейчас что-то разбирался, переделал. И у него FPS поднялся. Я сейчас возвращаться к этому не буду. Вот о чем я хотел вам рассказать, о том и рассказал. Вот давайте здесь посмотрим. Ну, здесь пишут не дураки, понимаете? Вот это люди показывают, такие же, как я, блядь, справедливые. Вот он взял и показал. А я видел тесты там, ребята. Сейчас, если... Там вообще все отлично у них. Прям все, там такой FPS показывает, что мама, не горюй. Там просто запредельные там FPS, блин. Вот здесь вот, давайте посмотрим сейчас. Вот они, вот. Смотрите, вон тут лупит. Сотня лупит. Мы же не знаем, что тут включено. Ну да, вот, смотрите, такие настройки. Ну. Вот. Ну это, наверное, я даже не знаю, что тут настраивать. Наверное, тянуть не может. Вот видите, наверное, вот DLSS включено. Вот смотрите, 10% она теряет. Вот, 79.00. Чем она хуже вам? Ну, ее тоже влупили, блядь. Цены сейчас, посмотрите, блядь. 79.00, блядь, сравнялось с 40.80. Обалдеть, нахрен. Вы че, блядь? Трать заебать. Здесь вот почему-то нет вообще 40.90. Я не вижу. Ну, это приемлемо. Вот с лучами, там, с трассировкой. Но здесь DLSS включен. Однозначно. Если 40.90, 50 ковыряет. Ну, вроде не падало меньше 50, но... Вот такие дела, вот такие вот игроделы, которые вы их нахваливаете. Да я фанат игр. Фанат — это уже человек неправильно себя ведет. Фанат — это что такое фанат? Это человек с двинутой крышей. Ну. Не называйте себя никогда фанатом. Ну. Да, я любитель игр. Я тоже люблю Ведьмак. Но я не фанат Ведьмака. Да, мне очень он нравится. Ну. Но я вижу там минусы. И вы постарайтесь видеть минусы не только во мне, но и в тех вещах, которые вы пишете и так далее. Ну. Не все так гладко, как кажется с первого взгляда. С вами был Сенсей. Всего доброго. До новых встреч.